Гурманы, привет! Как же я давно хотела приготовить эту великолепную кукурузу. Помню, одно время ее пытались приготовить все кулинары из ТикТока. Все ее приготовили, все ее попробовали. Осталась только я. Но, к сожалению, я не хотела готовить из консервированной кукурузы. И тут я нашла эту великолепную замороженную упаковку. Собственно, как такового рецепта здесь нет. Добавляем сливочное масло, томим, добавляем соль, специи и под конец нашего приготовления добавляем натертый сыр. Вот я на самом деле не знаю, любите ли вы так же сильно кукурузу, как я. Но от этой подачи я, мягко говоря, в восторге. Естественно, я понимала, что это будет вкусно, но не думала, что настолько. Вы просто это попробуйте. Это что-то волшебное. Сладкое, соленое, пряное. Эти специи у меня еще вкусные, итальянские, про которые я вам рассказываю. Просто пушка.